Когда люди умирают, у них могут возникнуть к тебе вопросы. Ну, не к тебе, а к смерти. Как же это Клинт Иствуд меня пережил? Чаще всего спрашивают, почему. И я чудом узнаю ответ? Нет. Тогда что им отвечать? Ну уже, подскажи. Раз уж взялся, не ной. Давай, давай, живее! Они тебя не слышат и не видят. Просто подожди. И кого забирать? Ты увидишь. Кого из них? Хочешь, чтобы я грохнул мальчонку? Шевелись! Думаешь, я шучу? И не забудь ящик под кассой! Давай, живо! Поторопись! Ты идиот! Эй, время идет. Ему ведь жутко больно, да? Ну да. Тогда подождем. Почему? Потому что ты мудак. Счастливо тебе провалиться. Банька там жаркая, уж поверь. Плевое дело.